Жители новых регионов России могут до 2026 года заменить иностранные водительские удостоверения на российские, без экзамена и медицинского освидетельствования, предъявив паспорт или вид на жительство, а также сами права. Новые правила. Жители новых регионов Российской Федерации могут обменивать свои украинские водительские права на российские по упрощенной схеме. Для этого необходимо обратиться в окружную госавтоинспекцию и предоставить пакет документов. Это паспорт гражданина Российской Федерации или вид на жительство и документы, подтверждающие постоянное проживание на территории Донецкой или Луганской народных республик, Херсонской или Запорожской областей. Немаловажно, что предоставить нужно и действующее водительское удостоверение, или документы, подтверждающие его получение. Государственная пошлина не оплачивается для замены водительского, для получения водительского удостоверения. Медицинское заключение также для данных граждан не требуется. Требуется только для граждан Украины, для граждан ЛНР, ДНР и Херсонской и Запорожской областях. Медзаключение не требуется. Также жителям новых регионов не нужно будет сдавать экзамены для получения российского водительского удостоверения. Как рассказал временно исполняющий обязанности начальника окружной госавтоинспекции Юрий Николенко, с начала 2023 года данной госуслугой в округе воспользовались 42 жителя, приехавших из новых регионов страны. Граждане могут обратиться в электронном виде при подаче заявления через единый портал государственных услуг, также и при личном обращении. Еще раз повторяю, пошлину за это платить не надо. Отмечу, что подобная схема обмена водительских удостоверений для жителей новых регионов России будет действовать почти 3 года, а именно до 1 января 2026 года. Владимир Никитченко, Арсений Гусев, Вести, Чукотка.